Ромка, подойди еще потом. Крошишь обязательно. Рока! Ну что ж, всем, ребята, все встаем, теснимся в два кружка. Родители, присаживайтесь на стульчики или на задний план куда-нибудь. Сейчас мы с вами немножко поиграем, повеселимся, зажжем нашу новогоднюю елочку. Будем рассказывать стихотворение для нашего Дедушки Мороза. Ну а пока что, конечно же, нам нужно спеть самую лучшую песню новогоднюю для нашей елочки. Вы все слова знаете. Сначала заводим хоровод, а потом мы ее зажжем. Ну что ж, вы готовы все вместе подпевать? Правда, ребята? Не слышу. Готовы? Ну тогда поехали. Идем все дружно по кругу. Заморожу. Сейчас Дедушка Мороз будет пытаться вас заморозить. Ваши ушки, носики, щечки, коленочки, ручки. А вы должны будете от него спрятать. Дедушка будет быстро-быстро-быстро бегать, смотреть, кто не успел спрятать что-то. А я буду говорить, что мы прячем. Итак, все прячут носики.